Террористы стремились обострить ситуацию с целью подорвать стабильность в стране и запугать наш народ. А обычные граждане, пришедшие на мирный митинг, к сожалению, попались на их удочку. Космужу Мартукаев дал новое интервью, на этот раз на государственном языке. Президент ответил на вопрос о причинах и последствиях трагических январских событий и рассказал о предстоящих политических и социальных реформах. Подробности в сюжете. Трагические события, которые буквально потрясли страну в начале этого года, остаются горячо обсуждаемой темой не только для Казахстана, но и для мирового сообщества. Противоречивые высказывания до сих пор имеют место быть. Касымжо Мартокаев отметил, торопиться с выводами рано. Нужен тщательный анализ и оценка того, что произошло в первых числах января. Скрывать от народа ничего не будем, заявил глава государства. Он еще раз ответил на вопрос, почему пришлось обратиться за помощью КДКБ. Я не жалею о своем решении. Это не то, о чем следует жалеть. Наоборот, я думаю, это было правильное решение. Вооруженные банды почти разрушили Алматы и несли реальную угрозу другим городам. Без миротворческого контингента террористы вторглись бы и туда. Вооруженные столкновения были в Талдокургане, Таразе, Шимкенте и Казларде. Наблюдалась их подготовка и в столице. Они готовы были напасть на Ахурду. Некоторые эксперты говорят о том, что в планах террористов было захватить два главных города Казахстана. Их план похож на сценарий в Сирии, где террористы захватили два города – Дамаск и Ракку. Войска ОДКБ не произвели ни одного выстрела на территории нашей страны. Они защищали только основные стратегические объекты. А что касается того, что мы теперь задолжали Путину, то эти разговоры нужно прекратить. Во-первых, контингент ОДКБ — это не собственные вооруженные силы России. Это силы организации, общие для всех государств-членов. Во-вторых, помимо России туда входят миротворческие силы Белоруссии, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Казахстан — полноправный член этой организации. Не обошли стороной и вопрос территориальной целостности Казахстана. Отвечая на вопрос журналиста, президент дал ясно понять, что все опасения по этому поводу не обоснованы. Во-первых, между Казахстаном и Россией действует договор о добрососедстве и союзничестве. Такова судьба, что Россия веками остается нашим соседом, и изменить этот факт мы не можем. Мы должны и впредь укреплять политические, торгово-экономические и культурные связи. Другая политика может нанести ущерб стратегическим интересам обеих стран. Что касается высказывания отдельных российских политиков относительно земель Северного Казахстана, все они не обоснованы. Это не позиция официального Кремля. В этом вопросе между лидерами стран никогда не возникало споров. Путин лично сказал, что вопрос земли подниматься не будет. Наши границы полностью признаны мировым сообществом. Президент напомнил, что январские события стали для нас большим уроком. Впереди политические и социальные реформы. Кадровые перестановки не заставили себя долго ждать. Затронули в беседе и нашумевшее назначение нового Акима Алматы. Свое решение Касымжо Мартукаев пересматривать не будет. Он верит, что с непростой задачей – восстановлением города – Досаев справится. По крайней мере, такую возможность ему дать нужно, отметил глава государства. Ответил президент и на вопрос о том, стоит ли ждать Кадровые перестановки среди Акимов других регионов страны. Кадровые перестановки ⁇ непрерывный процесс. Те, кто не сможет адаптироваться под новые требования, будут вынуждены уйти в отставку. Их заменят новые кадры. Смена всех Акимов не основная цель для меня. Будет проведен комплексный анализ их работы. Главное требование – повышение благосостояния граждан. А уже потом будем принимать решения. Изменения обязательно будут. Я в свое время сказал о необходимости выборов сельских Акимов. С этим вопросом тянуть не стали. В прошлогоднем послании я объявил, что следующим шагом станут выборы Акимов районов. Мы проведем их в 2024 Году. Возможно, в качестве пилотного проекта мы сможем приступить к этой работе уже со следующего года. Кардинальных перемен президент не планирует, однако новые политические реформы он готов озвучить уже в середине марта. Тогда же Касымжомар Токаев намерен сказать о решении относительно второго срока президентства. Это четко прописано в Конституции. Нарушать нельзя. То есть два срока. В марте во время выступления с посланием народу я, возможно, выскажу свое мнение по этому поводу. Сейчас сказать, буду ли я баллотироваться или нет, не могу. Еще рано. Затронули во время интервью и такие важные темы, как воспитание нового поколения казахстанцев и языковую реформу. Президент также отметил, что сейчас нужно пропагандировать идеологию трудолюбия и качества знаний. Если мы будем признаны в мире как трудолюбивая добросовестная нация, это положительно скажется и на экономике. Казахстанцам нужно как можно дальше держаться от иждивенчества и лени. Только так мы сможем построить новый Казахстан, уверен глава государства. Анна Шолгина, Хабар.